Всем здравствуйте. Вот такая весна, короче. Надо теперь ворона откапывать. Задуло. За зиму так не сравнивало, как за сутки. Да, козы. Как-то вот так вот. Буду копать. Ворон вроде не ожидал. В общем, такой погоды. Да, ворон. Сейчас поедем, а не угадаете, зачем мы поедем. Сейчас седло одену и в путь. Вот столько, в общем, снега за сутки. Кто, если видео смотрел годовалой давности, полянку узнал. И, в общем, за соком мы приехали. Снегу чуть не по колено, а приехали мы с вороном за соком. Четвертый день у нас. Так-то заготовки березового сока. Но вчера я не ездил, вчера сильно уж. Сильно непогода была, не видно было вообще метров даже в 15 и ничего. А сегодня минус 5, иду, я думаю, смысла нету его. Замерз. Так что сейчас заберем, снимемся. И когда будет оттаивать, поедем снова ставить. Вот так вот тут. Все, весь свой урожай собрал. По 3 штуки сейчас в мешок. И 2 так через седло. 2 мешка и 2 отдельно. Чтобы удобнее было. И домой. Вот такой вот сбор березового сока в этом году. Метет сильно, ветер сильный дует. Ворону только почти в удовольствие. Да, ворон?